Ребята, привет, меня зовут Раиль, хижина-музыкант на связи. Сейчас буду снова исполнять свои авторские песни, это третий выпуск с моими песнями. Поддержи лайком, напиши любой комментарий и обязательно подпишись на канал. Все мои песни можешь прослушать где угодно, хоть ВКонтакте, хоть в Яндексе. Ищи, погнали. Привет. Привет. Как твои дела? Хорошо, у тебя как? Тоже хорошо. Ты в туалете, что ли, куришь? Ну да. Так. Чё ты откуда? Я из Казани. В натуре? Классно, я тоже. Да? Впервые так совпало прям. Да, у меня тоже. Ты здесь часто бываешь? Где? Ну не в туалете уж, чат-рулетки. Нет. А я здесь песни сижу пою, могу тебе спеть. Давай. Я свои пишу, поэтому немножко продвигаю их здесь, исполняю. Спою тебе тогда... Тогда свою новую песню, хорошо? Сколько нам отпущено, сколько суждено. Я не знаю, брат, но это больше, чем кино. Тут половина скажет, что все предрешено. Какие к черту планы, если время решето? Но я не верю тем, кто говорит, чтоб я остался тут. Я не верю тем, кто говорит, что не попрет. Мой корабль на взлет, очень скоро повезет. Пролетая поворот мимо и все. Ей скоро повезет, значит во всем. Между нами небосвод, обрати взор. Яркой красной полосой обратить сон. Пролетая поворот мимо и все. Ей скоро повезет, значит во всем. Между нами небосвод, обрати взор. Яркой красной полосой обратить сон. Обратить сон, обратить сон. Понравилось? Очень круто, мне кажется, если ты ее выпустишь, ее будет продвигать, то она просто взорвет. Ну, было бы всегда так просто. Не, я ее выпустил. Она, да, получше, чем... Привет. Привет. Помылись, что ли? Я помылась. А я не мылась, блядь. Грязно ходишь? Да, вот такая вот вонючка. Понюхайте друг друга, да? Че, вы сестры, что ли? А чё, мы похожи? Нет, ну хуже говоришь. А подруги бы понюхали. Ну типа противнее же сестру или брата нюхать. Ну потому что... Не всегда так, нет. Да? Ну да, я бы это... А! Это... Подругу да, обнюхала бы. Она подруга. Подруга. Да? Дай понюхаю. Нюхни. Нет, моя теория не сработала, значит. Да. Если скучно, знаешь, надо что делать? Вот брать вот этот инструмент и так. Это гусли. Сейчас гитаристка придет, сейчас подожди. У вас есть гитаристка? Да. Гитаристка, вокалистка, пианистка. Виталий Колледж. Вы сейчас в общежитии, что ли? Да. Нормально. Это приятно. А я консерваторию закончил. Ого, музыкальную? Да. Вау! Прикольно. Нифига себе! С каким человеком общаемся, ё-моё! Я, короче, песни пишу, оказывается. Оказывается. Только сейчас понял, нифига себе. Да, вот спою вам кое-что тогда. Ну, погрустнее что-нибудь. Мария. Не навсегда была твоя любовь. И все твои слова пустая ложь. Я больше не хочу смотреть в твои глаза и вдарить по газам, все не вернуть назад. Я больше не хочу вдыхать твой аромат, когда срываю платье с тебя, будто психопат. Мне навсегда была твоя любовь. Любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь, не трожь. Мне навсегда была твоя любовь. Любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь, не трожь. Классно! А ты после консерватории куда пошел?
В никуда. Никуда, вот я тоже думаю. Пойду-ка я в никуда после консерватории. После консерватории я попел в ресторане, потом меня забрали в армию. После армии вернулся и сижу, пою песни. Чужие и свои. А, вот я думаю, мне идти дальше по музыке, потому что я еще пока первый курс. Так, чтобы сегодня разучить... А, ребята, кстати, если вы хотите научиться играть на гитаре самым простым способом, чтобы не париться, скачайте приложение для гитаристов Тимбро на свой телефон. Начнете с простого, мелодии на одной струне, потом перейдете на гамки, на аккорды. Сегодня хочу разучить мелодию Nokia. Здесь также имеются такие мелодии. Давайте играть. Упражнение для пальцев используйте. Ссылочка на приложение в описании под видео. О, привет. Еще один с гитарой, наверное, играть не умеет. Нет. Умею, смотри, сейчас. Хоп-хоп-хоп-хоп. Тебе понравится, я уверен. Подожди, пацан, ты с Ютуба, да? Сыграй что-нибудь. Почему? Я просто музыкант, который выступает в ресторанах. Такое ощущение, что ты... Ну, ладно, давай. Сыграй. Свою спою, если не против. Свою. Все поют чужие, я хочу свою, смотри. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Почему? Песни пишу, нет, автор песен. Сейчас в ТикТоке такой прикол пошел, типа музыканты, они типа снимают, и вот это все в ТикТок. Я пиарю свои песни, ну, пишу авторские, но в принципе да, когда-то я был тоже блогером. Вот видно. Ну был им, это не значит, что сейчас я есть. Я сейчас хочу продвигать свои песни. Мы же сейчас не попадем никуда, да? Только в ад. Ты куда смотришь сейчас? Ты в телефон смотрел, да? Я? Нет, да? Вот на это смотрел. Это как там? Тиктокер, ё-моё. У него сейчас камера сверху. Не-не-не, да. Вот телефон, камера выключена. Ну, вот. А, это губная гармошка. В смысле? Вау, как ты сейчас снимаешь? Я не снимаю, я просто на компьютер включил. Чат-рулетку и с вами болтаю. Да ты хватит. Ну скажу за честно, ё-моё. Я, ну да. Или ютубер. Я ютубер, я тиктокер, я инстаграмщик, я блогер и музыкант. Ну, ты же не против, я кусочек ставлю с тобой. Хорошо. Нет, не надо. Хорошо. Привет. Ой, привет, как дела? Хорошо, с кем там болтаешь? С подружкой. А, здорово. Откуда ты? Из Сургута, ты? Из Казани. Казань! Чего такого? Я в Казань летом поеду. Я тоже летом в Казань еду. Ого! Да и мы, скорее всего, туда поступим. А, молодцы. Правильное место выбрали. Тебе не 26. 26. Тебе нет морщин. Тебе нет морщин. И что? Я же просто веду правильный образ жизни, поэтому... Понимаешь, музыканты молодо выглядят, потому что они вечно поют песни. Понимаешь? Если ты будешь петь, то ты тоже будешь молодо выглядеть. А есть любимые песни какие-нибудь? Артисты любимые? Простите, я люблю меня один шпиля, поэтому все начнут обсирать их. Я обычно это вещь такое. Типа вот это?
Долой мегаполису блеск. Мне подобает мой дом, где среди гор реки до дерева треск. Друзья разводили костер, эту любовь долго ли протяну я без тебя, моя отчизна. Комнату годовому яблоку, как вспомню кадры жизни. Не было грязи на мази, с миру до темна. Бегали, били колени, радовались доброму сполна. Время, верни меня туда, где беззаботными мы были. Дай мне насладиться, где улыбок непочатый край. На черно-белых фото дети, школьная пора. Любили жизнь ночи до утра. Дом верном и волю цунами по гаражам со свистом детвора. Носилась по дворам, как жаль, что мы выросли. На сердце лишь останется теплая печаль. Ра-па-па-па-пам-па-па-пам-пам. 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 Ра-па-па-па-пам. Ра-па-па-па-пам. Боже, это потрясающе. Неожиданно, да? А да. Тебе мне кое-что, кое-кто, вот, вот эта вот личность, сказала, да, что видела твои видео в Ютубе. А ты почему не видела? А? А ты почему не видела? А я в Ютубе почти не лазю, только мультики там смотрю. Ага, плохо. Он ну ты собираешься в Казань приезжать, надо уж своих героев знать. Вот так. Вот и все. Вот это. Заглядывайте на канал. Я помню, ты, по-моему, разборы песен делал. Да, но ты, походу, уже сколько лет не заходила. Я 2 года назад начала играть на гитаре. О, вот. Ну, а теперь... Я учила. Нету. Да, я по его видео училась. Бывает такое. Встречай своих, это круто. Привет. Привет. Да уйди. Не, я пою просто не, я сам, пою поэтому просто сам, думал, поэтому, если хочешь, могу тебе спеть. Все, так, все, музыку убираем. Я не знаю, я просто... Сейчас пойдёшь. Да, тихо, я не увидела просто то, что ты с гитарой. Я... А-а-а. Не, ну я не всем пою, ну, просто не все любят, оказывается. Я когда вообще пою? В чат-рулетку захожу только для того, чтобы гитаристов искать. Натуре? Чисто. Натуре? Ну тогда да. Я прямо в точку. У тебя есть Инстаграм? Да, сейчас пою, тебе оставлю. Сколько нам отпущено, сколько суждено. Я не знаю, брат, но это больше, чем кино. Тут половина скажет, что все предрешено. Какие к черту планы, если время решето. Но я не верю тем, кто говорит, чтоб я остался тут. И я не верю тем, кто говорит, что не попрет. Мой корабль на взлет. Очень скоро повезет. Пролетает поворот мимо и все. Если скоро повезет, значит во всем. Между нами небосвод, обрати взор. Я как красной полосой обратить сон. Пролетает поворот мимо и все. Если скоро повезет, значит во всем. Между нами небосвод, обрати взор. Я как красной полосой обратить сон. Обратить сон, обратить сон. Ты чё? Ты чё? Ничего, очень трогательная песня. Заплакал, что ли? Заплакал, что ли, да? Ну, типа того. Прослил. Ничего себе. Это круто. Ты можешь послушать просто потом. Просто очень сейчас подходит она. В тему, да? В тему, да? Да. Типа в жизни не сгоры, но все будет хорошо. Ебать! Ну, типа того. Ладно, расстраивайся. Назови мне лучше песню, которую любишь сама. Больше всего. Блин. Фойген. А знаешь что-нибудь из Макса Коржа? Да. Да. Что именно? Все. Ну, почти все, да. Почти все, да. Блин. Че хочешь? Не знаю, какую. Я даже не знаю, какую. У меня все любимые. Это как его. Блин, слово пацана. А, вот это прикольно. Это прикольно. Мажорная такая. На одной из старых дач за столом большим и шумным речь держали пацаны о вечной дружбе. Дым по кругу и до дна стаканы все клялись друг другу своих не забывать, вместе идти, вместе до конца слова. Пацана. Не понять тому, кто не родил от местных с перебитым носом. Я
пьяный по дворам, нужно расстаться нам. Но нам время, значит, ненадолго, не на неделю и точно не навсегда. Офигенно поешь. Вот да? Честно, да. Я бы тебя отсосал. Да иди ты нафиг. Спасибо. Очень спасибо. Классно поешь. Ребята, пишите в комментариях, какая моя песня вам понравилась больше всего. Обязательно почитаю. И не забывайте, что все мои треки доступны для скачивания и для прослушивания на любых музыкальных платформах. Ищите, слушайте. И не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Посмотрите, сколько людей смотрят без подписки мой канал. Это немножко не то. Я для вас стараюсь. Хочу, чтобы контент каждый раз был более музыкальным, более творческим, еще более крутым. Поэтому буду рад, если вы подпишетесь. Врубите колокольчик, чтобы ничего не упускать. Тем более, что YouTube периодически там скидывает у некоторых подписки. Поэтому проделайте все, ребята. И увидимся. Пока.